Зачастую попасть к врачу бывает непросто. Обслуживаться в частной клинике довольно дорого. Правильный выход – обратиться в медцентр, который работает по принципу государственно-частного партнерства. То есть высокопрофессиональную медицинскую помощь пациенты могут получить совершенно бесплатно по прописке, просто имея полис ОМС. На Южном Урале по этому принципу работает единственная клиника Полимедика. Такой подход имеет ряд преимуществ. Нет очередей в регистратуру, пациентов встречают обходительные и внимательные врачи. И есть возможность попасть к узкому специалисту в любое время. Эти достоинства уже оценили южноуральцы. Татьяна Ларина обслуживается в Полимедике с самого ее основания. Говорит, здесь есть все условия для обслуживания населения. Меня поразило, что первые мои врачи были молодые. Молодые, но такие заинтересованные. В общем, человеческий фактор для меня очень много значит. Доброжелательность, потому что я понимаю, что людей много, и на всех просто позитива не хватит. Но вот они были позитивны. Комфортные условия в Полимедике созданы не только для пациентов, но и для врачей. В клинике ведется электронная очередь на прием. Карточки также хранятся в электронном виде. Таким образом, врачи разгружены от бумажной волокиты. Оптимизировать работу врачей позволяет и современное оборудование. Пациенты получают результаты обследований в короткие сроки. Кроме Челябинска, подобный медцентр функционирует и в других российских городах. В Белгороде, Новгороде планируется к открытию филиалов в Сыктывкаре и Новосибирске. Всего за год работы в Челябинске клиника помогла разгрузить несколько государственных поликлиник и больниц. Практически у нас можно попасть к любому врачу-специалисту. У нас работают участковые терапевты, врачи общей практики. У нас работают узкие специалисты, неврологи, кардиологи, отоларингологи, хирурги, гастроэнтеролог. Весь медперсонал, а в поликлинике около 100 специалистов, прошел спецотбор в больницах. Кроме того, в медцентре работает сервис-менеджер. Должность новая и уникальная для городских поликлиник. В его обязанности входит следить за качеством обслуживания пациентов и на месте решать сложные вопросы. Мы помогаем в любом случае всем пациентам. Есть такие пациенты, которые не нашли взаимопонимания с врачом, также не обращаются, решаем вопросы. Есть пациенты, которые после визита к доктору какую-то информацию недопоняли по препаратам, что-то забыли уточнить. Также они звонят мне уже, и я с доктором созваниваюсь и решаем идти. Либо приходят также пациенты. Кроме сервис-менеджера, пациент может обратиться в МФЦ, который имеется при поликлинике. Здесь распечатают результаты обследований, ответят на вопросы, урегулируют сложные ситуации в случае их возникновения. Впереди еще много планов по усовершенствованию. Полимедика не стоит на месте. Так, например, в наступающем году в медцентре откроется школа для пациентов. Школа для пациентов – это комплекс мероприятий, направленных на самообразование, на повышение качества жизни пациентов, на организацию самопомощи пациентам при каких-то проявлениях заболевания. В частности, школы могут быть при гипертонической болезни, то есть пациенту объясняется и диета, и стиль жизни. Полимедика по месту жительства обслуживает и население Курчатовского, Калининского и Центрального районов, микрорайоны Ньютон, Академ Риверсайд, Тополиная аллея, поселки Благодатова и Шершни. Также в клинике работает телефон круглосуточной горячей линии, куда пациенты могут обратиться с любым вопросом. Эльвира Смагилова, Надежда Головина, ОТВ.